Это семья Алимовых. Все они следят за здоровьем, но иногда все-таки болеют. И тогда бегут к врачам, а там очереди, специалисты не все есть. Что можно с этим сделать? Обязательное социальное медицинское страхование. Благодаря ему повысится качество медицинских услуг. Появится возможность свободного выбора врача и клиники. Повысится доступность лекарств. И главное, Алимовы будут платить за страховку всего лишь 2% от своей зарплаты. А их дети и родители вообще получат страховку бесплатно. В итоге здоровье всей семьи под надежной защитой. Ведь самое важное в жизни – это здоровье близких.